Друзья, вот такой вот интересный экземплярчик к нам пришел в магазин. Охолощенный пистолет ТТ. Что я с ним сделал? Я, значит, его отшлифовал разным по размеру шкурками. И вот вопрос, составить его таким симпатичным, блестящим, но это правда голый металл, его нужно будет всегда в масле держать, либо его воронить, пишите в комментариях. Пистолет интересный, ну это еще как бы все остальное, все сделано из стали, это не какая-то модель, это прям нормальный охолощенный пистолет ТТ. Вот такой вот. Так, на предохранитель. Так, на легкий спуск. Щелкать пистолет ТТ в холостую очень не рекомендую. Вот здесь вот есть такая серьга. Мне пришлось уже один раз заказывать. Дощелкался. Она лопается очень быстро. Раз 100-150 пощелкайте, и все, она лопнет. Стоит она отдельно 500 рублей, дорого. Маленькая деталька. Я их 2 штуки заказывал. На всякий случай. Так что в оружейном магазине приходите. У нас он будет выставлен на сайте. Ссылочка будет в описании. Приходите, покупайте. Цена, вопрос, 50 тысяч рублей. Ну и пишите в комментариях, что с ним сделать. Заворонить его все-таки? Я склоняюсь к воронению. Сейчас пройдет воронилка, я его обратно завороню. Будет как новенький.